схватка за бронзовую медаль на ковре. Пока 0-0. Схватки между Алихмаевым и Касумовым за бронзовую медаль. Борец в красном, Алихмаев за пассив Касумова. Счет 1-0. Осталось 30 секунд до конца первого периода. Касумов предпринимает атаку. Судья показывает 2 балла. 2-1. Касумов вышел вперед. Да, трехкратный чемпион России. Касумов. 14, 15, 16. 4 балла зарабатывает Исаил Касумов. Счет становится 6-1 в его пользу. Синим трико представитель Красноярска Исаил Касумов, мастер спорта международного класса, победитель гран-при Иван Яригин, призер чемпионата России, призер чемпионата Европы этого года. 1 балл из этой атаки вырывает Алихмаев. 6-2. Дорогие друзья, здесь очень опытный Исаил Касумов.
мастер спорта международного класса, победитель турнира «Иван Ярыгин», призер чемпионата Европы Исраил Касумов встречается Алихмаев Гаджимурадом, Гаджимурад в красном трико. Он мастер спорта, призер Европы. Синим трико 8-2 он ведет уже. Сорок семь секунд остается до конца поединка. Стал обладателем розовой медали весовой категории